Я ну, просто эти... Знаете, что пишет? Я просто эти нарезки отошлю разрабам, и тебя баном, и все. Вот это он пишет. То есть вы вдумайтесь. Вы вдумайтесь. 21 час назад. 21 час назад у долбанного сообщения. Серьезно, можете зайти на мой вчерашний стрим. То есть, ну, я не шучу. Вот я сейчас упорядочить. Сначала новые. Вот пришлось отлистать. Столько лет прошло, ты не изменился, также продолжаешь оскорблять разрабов и простых игроков. Столько лет прошло, а долбанные все равно жрут кактус, смотрят меня. То есть, ну, это абсолютно неудивительно. Отошлет, ребят. Отошлет. А чё ж ты подписан на меня, короче, я тебе предлагаю так. Давай равноценный обмен. Ты делаешь нарезку. И отсылаешь ее разрабам. Я ради тебя напяливаю какую-нибудь толстовку и куртку. Побегаю, поподтягиваюсь, поотжимаюсь. Вот. Выжимаю пот с яиц в пакет и отсылаю тебе. Как тебе такой обмен? Нормально будет? Вот. Давай так. Просто не хочу тебя оставлять без награды за твой донос. Вот. Интересно, ты мне в жизни такое осмелишься сказать? А меня спрашивали недавно, такой вопрос мне задавали. Не, у нас круг общения разный, мы с тобой в жизни не пересечемся никогда. Я по помойкам просто не ползаю, блядь. Так что мы вряд ли встретимся с тобой когда-нибудь. Но это слава богу, блядь, что я еще до такого уровня не упал. Самое главное, что мой главный жизненный зашквар — это игра в это дерьмо, блядь. Это достаточно низко, я не буду спорить. Но как хорошо, что я не упал ниже, блядь. Как бы есть куда падать, не хочется. Но он меня уебет сейчас фугасом, либо кумысом, блядь. Повезло. Вот, поэтому я могу сказать тебе примерно следующее. Даю тебе спецзадание. Продолжаю считать деньги. Кидать угрозы. Ну, как в игре, так и в реале, само собой. Вот. Примерно как-то так. И самое главное, от канала не отписывайся, я не переживу, блядь.